Всем привет, с вами я Метеор, и сегодня я бы хотел поговорить опять-таки на тему киви. Я апнул все-таки себе 50-й левел, уже, наверное, 3 дня назад, и решил все-таки я выбрать перк на один ключ к киви. Характеристики, значит. Я как понял уже, то что удача это нифига не выпадение предметов, а все-таки проход. А вот эти характеристики отвечают за выпадение предметов уже. Допустим, если мы ходим на скрытные, на шпионские задания, точнее, нам нужно качать ловкость. На дипломатический харизм, ну и так далее. Я вкачал себе удачу 9, ловкость 5. Я хотел удачу 10 вкачать, чтобы падали ключи киви, но мне удача 10 недоступна, потому что я выбрал минус все характеристики, а у меня удача была 1, и поэтому мне недоступна удача 10. А значит, что мне выпало за это все время? Сколько раз я ее отправлял? Короче, я всего лишь выбил Т3 камуфляжа на X Киви. Блин, почему именно они? Мне нужен был хотя бы шлем. Я хочу собрать сейчас один шлем с задания шпионского вот этого на снайпера. И пойти уже на задание дипломатический, потому что я сделал уже достижения со шпионскими заданиями, 50 штук, я хочу дипломатические. И мне как бы за медика нужен Forked Origin, я его очень хочу, может быть вдруг он мне и дропнется, конечно, но все же ради достяги хотя бы туда тоже отправлять. Я собираю сейчас шлема, я думаю, то что мне все-таки дропнется полный комплект брони, потому что как бы кейс киви, точнее ключи киви за выполнение успешного задания мне падают, может быть я как-нибудь да и выбью, но пока сколько я ее отправлял, она проходит, теперь проходить стало очень почему-то редко, не как было в прошлый раз, она у меня где-то 4-5 раз проходила и 2-3 раза подряд сливала. И как бы я все равно в плюс уходил, я постоянно и покупал энергию, а теперь она как-то, блин, часто сливается, либо 2-3 раза сливается, один раз проходит. Как бы это меня не устраивает так. Но пока я выбил эти скины, я их, наверное, продам. Все-таки один скин я продам, чтобы купить себе кейсов Атласа Войны, потому что они нифига не падают, зато ключи хотя бы чуть-чуть у меня есть, но все же может что-нибудь дропнется. Даже если на час будет дропаться, все равно я как-нибудь потом смогу это набить. По ресурсам все так же плачевно. Все так же плачевно. У меня всего лишь 26 ресурсов 5 уровня. Ну, я могу, конечно, все перекрафтить, но все же ничего из этого нормального не выйдет. Ну, вот так у меня пока обстоят дела в моей в киви. Ну, в принципе, это все, да. Вот достижение, конечно, вот это вот 10 боевых тысяч, точнее, 10 тысяч боевых очков, это что-то с чем-то. Я не знаю, как его делать. Конечно, можно было бы, да, выбрать вместо ключей траты энергии меньше, но я не знаю, как бы, у меня просто сейчас нету такой возможности задротить, можно, да, сказать, так сидеть прям задротить, чтобы копить очки, поэтому я, как бы, у меня мало энергии, я ее мало раз отправляю, точнее, отправляю, но она мало раз проходит, из-за этого у меня мало ключей, всего мало, блин, я ничего выбить не могу, остался уже месяц, и как бы завершится эта операция, я как бы годного отсюда ничего не вытащил, вот это меня, конечно, печает. Я вот смотрел, да, многих людей, у кого 20-е, 30-е левела, у них уже уйма вещей, у кого золото есть, у кого что есть, но я как один сижу, блин, с тремя скинами зато киви, офигенно. Ну, хотя бы их смогу продать, тем... И все, в принципе, киви я себе пока не передал, перчатки отправляю также на Припять, потому что нужны эти радиация пушки, я их набивать буду, это самый, ну, потому что они редкие, как бы, эти пушки, чем все остальные, ну, по инвентарю у меня ничего такого нету, блин, все то же самое на часы, на дни, и все, больше такого ничего нет крутого. Ну, на этом все. Всем удачи и пока, и хорошего настроения на этот день. Надеюсь, вам хотя бы что-то с киви выпадет.